Сегодня потрясающая погода. Мы сегодня идем в гости в один из залов. Я думаю, что сейчас вы поймете, в какой из них. Я здесь иногда тренируюсь, и мы сегодня в мега-джиме. И нас встречает чемпион всех чемпионов Сергей Сережев. И как вы поняли, мы в мега-джиме. Серега, привет. Привет, добро пожаловать. Спасибо. Полтора года уже, ну где-то, да? Полтора года мега-джиму. Ну уже очень много наград, и я думаю, что это не твои награды, это награды членов клуба и тренеров, да? Твои тоже есть? Ну ладно, самых главных не вижу. Они дома. Полтора года я здесь тренируюсь, довольно-таки часто тренируюсь. Мы здесь делаем даже иногда зарубы. Когда локдауны были, мы вообще вот здесь вот на парковке сделали суперские соревнования. Но я хочу, чтобы не только я знал об этом зале, да, не только мои друзья, не только любители бодибилдинга, фитнеса, армрестлинга, но и горожане, которые вот еще не выбрали свой зал. Я вам немножко помогу вместе с Сергеем, который сегодня и расскажет, с чего состоит зал, какая здесь атмосфера, как можно тренироваться и, главное, с кем можно тренироваться и на чем. Ну, мы находимся сейчас в фойе, и здесь очень уютно, здесь есть кафе, причем я так понимаю, что, Серега, у тебя есть свое питание, да? То есть можно здесь еще сесть на ПП. Да. Расскажи немножко. Однозначно, можно сесть на ПП. ПП называется Мегафуд. Ну, ты знаешь, ты пробовал его. Да. Вот такое уютное небольшое кафе, мы готовим все сами, готовит мама, поэтому мегафуд – это наиправильнейшее питание, которое советуем всем. Ну и по-домашнему вкусно, раз мама готовит. Конечно. Также у нас присутствует вот такой бар, где можно выбрать любые протеиновые батончики, а также насладиться спортивным питанием от магазина bigbiceps.kz. Девочки на баре помогут с выбором продукции и welcome. Дальше ну, я смотрю, здесь все, правда, и претрен, и жиросжигатели, протеины, кто набирает вес, кто скидывает протеины, изолят, да, я смотрю, и все есть. Все, что вашей душе угодно. Да, а вон там, вот смотрите, для со всех мега-супер-крутых, мега-масс. Масс-билдеры, Сириус Масс и так далее, и так далее. Вообще, самое интересное, когда приходишь в любое заведение, в рестораны, в фитнес-клубы, в тренажерный зал, очень важно посмотреть, какая раздевалка. Ну, пойдем посмотрим вместе с Серегой. А я пока посмотрел, нет ли там никого. Ну вот нам повезло сейчас, пацаны все вышли. Уютно, просторно, светло, чистенько. Много шкафчиков. Даже весы вот. Весы. Да. Взвешиваться. Кстати, вот очень правильная привычка. Я вот всегда говорю, что взвешиваться нужно, во-первых, без кроссовок, не в уличной обуви. Не потому что это, ну, как бы вес прибавляется, а потому что это просто не гигиенично, это неуважение по отношению к другим спортсменам. Взвешивайтесь всегда в носках, как минимум, но не в кроссовках. Ну что, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь душевых кабинок, просторно, здесь можно переодеться. Я думаю, что вот мы так экспромтом приехали, ну смотрите, экстренно приехали, везде все чисто. То есть специально никто не прошел. Проверку прошел. Ну слушай, вот я там вообще маленький, а вот такой, как Серега, здесь бы довольно-таки широко развернулся, обычно все время тесно. Есть сауна, финская сауна. Ох ты, да, я не знаю, камера не запотеет. Широко, просторно, очень горячо, тепло. Кто тренируется, понимает, что сауна – это очень важный момент, чтобы мышцы прогревались, хотя бы 2-3 раза в неделю, минут на 10 в сауну заходить нужно. Ну, кто занимается бодибилдингом, фитнесом и биохакингом, тем более. Ну и самое главное, раздевалка есть. Просторная, потрясающая. Где перекусить, все есть. Ну и теперь самое главное, сердце фитнес-клуба, сердце тренажерного зала, сам тренажерный зал. Мы посмотрим, где тренируются подопечные и ученики, и чемпионы Сергея Сережева. И на чем? Но это прям впечатляет. Огроменный. Да, вот сюда вот. Это просто сразу зашел. Много воздуха, много кислорода, не жарко, прохладненько, как это должно быть в тренажерном зале. Ну и самое главное, масштабированность. Наверное, еще из-за того, что зеркал много, ну и в целом высокие потолки и много пространства. Я здесь был раньше, до того, как здесь был мега-джим, и здесь как-то было так куца. Сейчас очень широко. Ну, Серега, расскажи, из чего состоит тренажерный зал? Тренажерный зал у нас, в принципе, универсальный. Оборудования у нас очень много. Оборудование разных брендов, начиная от Breaker, Life Fitness, Hoist, Technogym,
И вроде все. Ну давай, есть... наверное, пройдемся сначала по кардиозоне. Обязательно. Да. Кардиозона у нас состоит из 33 кардиотренажеров. Это беговые, эллиптические, лыжные, вело. Все техноджим, да? Все, здесь? Да, абсолютно все от техноджим. Вот да, тоже нет. Кардиотренажер для кого-то. Кардио для кого-то. Здрасте. Далее, после кардиозоны, идет мягкая зона, где люди могут спокойно размяться, растянуться, поваляться. Серега, я тебя перебью, скажу так, что выбор кардиооборудования очень высокий. Смотрите, очень большой, широкий, помимо беговых дорожек, велосипедов, есть даже для тех, кто любит тренировать плечевой пояс в кардиорежиме. Для бойцов, да. Я вообще думал, что такой тренажер только в World-классе есть. Теперь я понял, что и в мега-джиме есть это все. Теперь так не буду говорить, что такой тренажер только в World-классе. Да, это была кардиозона. Прошли кардио. Да. И, наверное, давай пройдемся по тренажерам. Точно. Пройдемся по тренажерам. Я, если честно, даже не считал количество тренажеров, но зал 1000 квадратов. Да. Есть блоки, есть свободные веса. Несколько кроссоверов, то есть у нас есть два обычных кроссовера и два угловых кроссовера. Также вся линейка техноджим Selection, Life Fitness, как я и говорил, гантельный ряд. Их у нас несколько, один, два, и там, где стоит легенда, еще третий. Да. Здесь у нас зона свободных весов, то есть где люди могут спокойно, у нас 10 лавок, где могут спокойно расположиться и начать свои тренировки, не мешая никому и комфортно тренируясь. Серега, ну здесь вот посмотрю, прям покрытие усиленное, то есть здесь можно бросать гантели, да, как да, в хардкорных залах для бодибилдеров и пауэрлифтеров. То есть я могу прям гантели вот так вот бросить. Взять и бросить, да. 3 снизу никто не живет? Нет, кроме машин. Я раньше жил сверху, я часто сюда приходил тренироваться, и любимый сектор в мега-джиме был вот этот. Да. Вот здесь я проводил просто часы, дни, потому что это лифтерская, лифтерская зона, и называется даже она легенда. Да? То есть точно скажу, что вот таких вот у меня стоек, ну, в Алма-Ате, не знаю, как в Казахстане, в Алма-Ате в 3-4 залах. То есть очень комфортно, это одна из лучших силовых рам, потому что здесь сразу идет и помост для становой тяги, и очень хорошая страховочная станция для приседаний. Делать можно даже тяги со сплинтов. В общем, это находка для пауэрлифтера. Ну и здесь-то как-то комфортно, здесь душевно. Это я вам как пауэрлифтер говорю. Здесь, видите, такой уголок новых рекордов. Душевно и не душно. И не душно. Недавно только поменяли новую вентиляцию. И сейчас чувствуешь, да, прям вот ионизированный воздух. Не душно и очень светло. Да, идем дальше. Ну что, для свободных весов 5 с плюсом из 5 ставлю однозначно. Потому супер, что раньше здесь все было по-другому. Хорошая перестановка. Вообще, суть зала заключается в том, что этот зал — это профессиональный зал. То есть, да, мега-джим — зал, тренажерный зал для профессиональных тренировок. То есть у нас большая часть тренерского состава — это люди, профессионалы своего дела, профессионалы в пауэрлифтинге, в бодибилдинге, в армрестлинге. У нас вот здесь еще одна зона, да, это растяжка, да, здесь. Здесь звезд очень много именно из спорта. Это зона лайтовая, свободная, где могут опять же люди сесть спокойно порастягиваться, покачать пресс, растянуться на вот таком крутом тренажере Трекер, который мы недавно где-то ты его должен был видеть. Я думаю, ты знаешь. На звезду передали. Очень хороший тренажер, кстати, Kinesis. Это Free Motion. Реабилитационный тренажер, если есть. Я помню, когда у меня были травмы со связками, я отрывал еще и мышцы. Первое, с чего я начинал, это тренировка с кинезиса. Здесь очень можно плавно влиться в спортивный мягко, режим, да, мягко, потому что ход свободный. Опять же повторюсь, кинезис — это очень дорогой тренажер, редкостный. И ни один фитнес-клуб, и не каждый фитнес-клуб может себе позволить. Так, но, получилось. Серега, вот такой вопрос самый главный. Да. Все свои победы, да, на самых крутых бодибилдерских соревнованиях,
и конституция тела, и твоя фигура, ты был накачан в этом зале? Последняя победа была в этом зале. То есть... Можно смело сказать, что достичь чемпионом мира среди профессионалов можно в этом зале. Да. На я этих тренажерах. Именно благодаря этим тренажерам, благодаря этому залу. Так что, друзья, кто это хочет стать душа. Чемпионом мира по бодибилдингу, не в просто федерации, а федерация FBB, добро пожаловать в мега-джим. Welcome, друзья, welcome. Ну давай познакомимся теперь с тренерами. Ну, как сказал Серега, в мега-джиме тренируют многие тренера и из разных видов спорта. Вот сейчас представитель пауэрлифтинга и стронга. Давай, представляйся, Серега. Это Владислав. Я сам. Все, не беспокойся, все хорошо. Я расслаблюсь тогда полностью. Степанюк Владислав, чемпион Азии по пауэрлифтингу, чемпион Азии по жиму лежа, мастер спорта международного класса. Выступает еще в стронге. Еще выступает в стронге и на практически всех чемпионатах по пауэрлифтингу, но в тройку он всегда выходит. И когда выступает, ну, наверное, три спортсмена для меня, потому что я когда вижу вот их на помосте, мне все время прям я чувствую, что что-то произойдет. Это вот Влад, это Пятов, и если готовится Соловей, все, это, считайте, симфония Моцарта точно будет. Что-то сделаем. Потому что у них очень высокие отношения друг к другу. Я серьезно говорю, они прям друг друга любят и уважают, но на помосте начинается просто огонь и война. И эта война, она такая спортивная, и всегда, когда проходит чемпионат по пауэрлифтингу, и эти три спортсмена выходят на помост, считайте, триллер однозначно обеспечен. Все, Влад, не будем отвлекать. Да. А далее представим вам еще одного нашего тренера, которого зовут Ахатбакиев Сабир. Это мой ученик и абсолютный чемпион Казахстана по бодибилдингу, а также топ-6 Арнольд Классик Европа. Красивый, умный и очень хороший, чуткий тренер. Я вот, честно говоря, историю с бодибилдингом последние 5 лет пропустил, поэтому мы были незнакомы, но мы часто видели здесь в зале, я вот только пауэрлифтеры знаю. Ну, это да, это обязательно должно быть. Теперь расскажи, пожалуйста, кого ты тренируешь, девушек больше или парней? И есть ли какие-нибудь спортсмены, которые хотят прям выйти на чемпионаты городские, республиканские по бодибилдингу? Ну, изначально начиналось такое, что большая часть у меня было девушек, где-то 60 на 40. Но после того, как начал пробиваться в бодибилдинге, местами поменялось. Сейчас ребят больше. Вот. А ты женат? Я? Еще нет. Ну, поэтому у тебя 60 на 40. Вот я когда женился, у меня девушки перестали заниматься вообще. Есть выступающие спортсмены? Да, сейчас готовимся к Уральску. Где-то 8-10 атлетов сейчас помогаю вести. Какой месяц будет выступать? Май, в конце мая. И парни, и девушки, фитнес-бикини, велнес, классические бодибилдеры и мальчики физика. А вот сейчас у тебя девушка занималась, как зовут ее? Ее Карина зовут. Давно занимается? Ага, 3-ю неделю. Карина, можете сказать, это жесткий тренер? Человечный? Человечный? Вот так. Все. В общем, его обозвали животным. Вот еще представляем нашего тренера женского пола. Анна. Это Анна. Она у нас также пауэрлифтер. А это человек пришел? Что-то мне кажется, вот это. Получеловек, полукиборг. Анна у нас является чемпионкой Азии по пауэрлифтингу, очень сильная. Я даже знаю, кто ее готовил. Я знаю тоже. Тоже женщина, человек с другой планеты. Да, типа Дмитрия, да? Да. Спасибо, Анна. Очень-очень хороший, чуткий тренер. Давайте вот с инопланетянином. Поговорим немножко. Как тебя зовут? Вообще полуинопланетянин, полукореец. Это Ким Дмитрий. Давайте пройдем по заслугам. Чемпион Казахстана по армрестлингу, чемпион Казахстана абсолютный по бодибилдингу, чемпион Азии по бодибилдингу. Пауэрлифтинг был? Нет, не был. Был бы тоже, наверное, чемпионом Казахстана. Там есть свои корейцы. Он знает, это территория занята. Поэтому разделение произошло. Мне кажется, он кого-то съел, и у него в плечах по человечку маленькому. Серьезно? Все может быть. Да? Он еще вот на Аньку смотрит, сейчас ее тоже сожрет. В общем, абсолютный чемпион Казахстана по бодибилдингу, чемпион Азии, очень крутой тренер, хороший друг Дмитрий Ким. Дима, вот у тебя, наверное, тренируются со всеми твоими регалиями только спортсмены.
Нет, у меня тренируются абсолютно все, любой возрастной категории людей, от 12 лет до, и до 60, можно так сказать. Больше 60 тоже не люди, да? Ну, там, пожилые. Хорошо, беременная придет. Без проблем. Есть навыки у тебя, да, есть знания. Вообще прям. После травм, например, придет. Да. После ковида, у которого, ну, у человека, у которого были проблемы. Здесь большой уже опыт у меня после ковида, после всей этой ситуации у нас в стране как бы без проблем вообще. Ну, придет тебе, например, вот как я, да, вот какой-то как... нервостеник, у которого был когда-то опыт занятий в тренажерном зале, но вот крыша едет, уже все пятый десяток, депрессия, не знаю, как дальше жить, что, вот, будешь меня тренировать? Конечно, и под него мы подберем программу и... Под него, понимаешь? Не под тебя. Тебя он не будет тренировать. Все, понятно. Спасибо большое. Все, давай, удачи. Ну и массажный кабинет, да, здесь еще есть? Да, массажный кабинет. Чуть-чуть неудобно ходить, но в целом... Ух ты! Вот такой крутой, очень релаксирующий. Уютненько. Если нужно релаксирующий, а если нужно, наш Константин, который весит 110, а может 115 килограмм уже, он поможет восстановиться. Запахи прям вот массажного масла, прям как в Таиланде как будет. Да, то только он не... Я вот люблю очень массаж. Я люблю после тренажерного зала вот так мощно покачаться. Я люблю сначала сауну, а потом массаж. Ну, это вот прям то, что нужно. И ты прям на следующий день как будто вот прям... Раздавили колпаком. Вообще просто вот такой круто. Массаж есть в мегаджиме. Слушай, в мегаджиме работают брутальные пацаны. У них даже машина ненормальная. Дима Ким ездит на ненормальной машине. Ненормальный спортсмен вот с такими плечами. Вот у него это максимализм такой. Ему нужны и шины вот такие же. Сама машинка маленькая, шины вот такие. Ну, а у кого амбиции нормальные, соответственно, и размер машин и шин тоже. Ну и кто очень давно занимается, знает, что красота мышц, вообще красота всего тела, легко просматривается, если ты еще и загорел. Ну и в мегаджиме есть солярий. Слушай, солярий — это вообще редкость. Сейчас я думаю, что, наверное, по пальцам пересчитать в Алма-Ате солярий, который находится при тренажерном зале. Все, какие есть солярии здесь? Солярии есть два у нас вертикальных. И давай посмотрим, если там никого нет. Давай попробуем посмотреть. Здорово было бы, если там красивая девушка. Кто-то был бы, да? Да. Да, там занято. Там красивая девушка. Там красивая девушка. Ладно. Здесь у нас, кроме того, что присутствует солярий, также есть лазерная депиляция. О. И LPG массаж. О. Очень здорово. Потренировался, отмассировался, позагорал. И на утро ты совсем другой человек. Ну, другой ты. Друг. Ну и самый главный завершающий, Серег, вопрос. Режим работы залов. Какие дни, есть ли выходные? Выходных нет, работаем постоянно, с 6 утра до 11 вечера, а в воскресенье мы работаем с 10 до 7. Ну вот пиковые часы когда? Пиковые часы с 6 утра до 11. Прям много народу. Прям много народу, да? Да, круто. Я люблю, когда много народу. Ну я тоже, в принципе. Классно же. Я люблю, когда много народу, но когда тебя нет. Меня? Да. Тогда мне весело это. Я тоже так люблю. Когда я хожу, и мне кажется, что я Армольд выиграл, Олимпию. Поэтому я буду ходить, когда тебя нет. А вечером? Вечером с 6 начинаю и до 11. Сам. Да. Понедельник, среда, пятница особенно. Вторник, четверг, суббота, то есть наплывами. Ну ты знаешь, вот сейчас мы подсняли такую ненормальную машину твоего тренера. Да. И я понял, что у вас еще есть своя парковка. Да, которую он занимает практически все. Я бы вот не пускал. Я тоже думаю. А парковка для сотрудника бесплатная? Да. А для чина тоже бесплатная. Для всех бесплатная парковка. В общем, ребята, приезжайте, когда нет Димы Кима. Потому его что машину вы сразу узнаете. Его, да, его грузовик занимает очень много места. Рядом с ними паркуется. Но парковка в мегаджиме бесплатная. Все, Серег, спасибо тебе за обзор твоего зала. Спасибо тебе. Ребята, кто начал с Нового года вести правильный образ жизни? Ну, по крайней мере, на какой-то промежуток времени бросил есть, что попало, начал есть ПП в мегаджиме, начал тренироваться, приходите в мегаджим. Очень хорошие тренера, самое главное, заикарят, замотивируют. Здесь такая атмосфера боевая, много спортсменов. Когда спортсмены есть в зале, это здорово. Даже если вы хотите просто поддержать, ну, наверное, там, иммунитет, физическую какую-то активность, просто настроение поднять. Когда рядом тренируются спортсмены, это так, немножко так бодрит, мотивирует. Хочется вот прям тоже таким же стать.
выиграть. Конечно, не всем это дано, стать мистер Олимпия, Арнольд выиграть. Ну, кому-то это и не надо. Он обманывает всех. Кому-то это и не надо. Серега, спасибо, удачи, зал. Тебе тоже. Пока.